Почему ритм-игры так популярны? Кто в них играет? Как они влияют на реакцию и успеваемость в школе? На эти вопросы я не стану отвечать в этом видео, но поиграю в три популярных ритм-игры. И это первое игровое видео на этом канале спустя перерыв 2 года. Что ж, начнем. Мне капец лень писать оригинальный текст для информативной части ролика, поэтому я просто зачитаю Википедию. Первой игрой будет Beat Saber, с английского ритм сабля. Чего? Музыкально-компьютерная игра с элементами виртуальной реальности. Релиз игры состоялся в мае 2019 года. А что, так недавно? Это было не так уж и давно. Я думал, игра раньше появилась. Окей, пробуем. Вау. Нет. Так, посерьезки, давай, эксперт. Эксперт, я могу. Эксперт, я должен смочь. Я... Эксперт, нахуй! Нет. Ой, намного проще. Спасибо. Это вроде без авторских прав должна быть, так что... Надеюсь, что да. Да я тут даже проебываюсь. Что говорить о более высоком? Серьезно? Ладно, окей. Может, надо отойти чуть подальше? Да, так может лучше. Но так у меня есть риск дернуть за кабель, который висит у меня из головы. Ну, не совсем из головы, из шлема. Но в целом как-то так. Окей, так. Окей, так вроде попроще, но я не уверен. Посмотрим. Да ты серьезно? Хорош путать местами их. Ты неправильно коробки если ставишь. Кто ты, блин? Стив из Майнкрафта. У меня рядом стол, а вы не сшибсти ничего. Стою раком. О, получилось, не пропустил тут. Пропустил одну. Ну ладно, не страшно. Без авторских прав, музыка. Это круто. Надеюсь. В итоге ролик удален. Ладно. Четверка. Я, по-моему, лучше проходил. А, нет, это хайскор был. Серьезно? А, вот это я не уверен. Авторские права, не авторские права. Поиграю, узнаем. Сайк, это было прохождение с Ютуба, это эксперт плюс, я так не смогу. А, не эксперт, хард, все, а, это же пипец. Почему цвета другие? Я привык к красному и синему. Что за фигня? Кто он перенастроил? Обидно. Ну, хотя нормально справляюсь вроде. Пока эска даже держится, что? Окей. 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 Главное кабель не оборвать. Еще хорошо, пока контроллер из рук не выскальзывает от... Так сказать, скользкости рук. Вот просто, блин, на контроллере играешь, руки потеют. А тут, блин, махать приходится. Так что все справедливо. О! Комбо 407! Что? Я тут такого не делал. Интересно, получится ли фул комбо? Если не получится, то... Я удаляю канал. Ладно, не надо расстраиваться. Фак, это ж конец почти. Почему? Почему жизнь так жестока? А, я тут все равно приебался. На эску прошел. Кстати, по-моему, это рекорд. Да, это рекорд. Я пропустил 7 кубиков. Обидно. Досадно, но ладно. О, сейчас ебнусь. Щит! Не.
Это точно нет. Но это невидимые стрелочки пропадают, когда они до вас доходят. Что? Посмотрим. Не страшно. О, нифига себе! Это что-то новенькое. Ай! Это сложно, но прикольно. Это прикольно. Реально промахнуться легче. Блин, я хочу еще раз это пройти. Это классно. Класс. Офигеть. Это необычно. Мне нравится этот режим. Однако, что-то сложнее проходить на нем, я считаю, пока что невозможным. А, точно, там другой цвет. Что я делаю? Это красный там? А, ну походу да. Это же боковой как бы. О, впервые появляются перевертыши. Я пропускаю. Я сейчас провалю. Я реально же не вижу. По плане типа... Как бы они вот, а они вот. Все, и нет. Все, и вот все. Ля. Так, ладно, надо выходить отсюда. Ё-моё. Эта игра называется Muse Dash, и я попытался найти статью в Википедии, и мне выдало только японскую. Ну что ж, ладно, давайте попробуем хотя бы так. Muse Dash. Музыкальная игра, разработанная Perro Games, выпущенная XD Network. Содержание похоже на смесь экшен-игры и музыкальной игры, целью которой является зачистка, отбрасывание приближающихся врагов и уклонение от ловушек. В игру также заложены элементы моя, персонаж девушки нарисован в мультяшном стиле, бегает, говорит полный голос, а различные костюмы персонажа подготовлены как с особенности этой игры. Версия iOS 14. 18 год, версия для Android, 15 числа, версия для Steam, версия для Nintendo Switch должны были выпущены в том же году, но были перенесены на июнь 2019, будут выпущены на июнь того же года. 23 мая 2014-го? Откуда тут 2014 взялся? Что? Я запутался, это сложно. Время совершать ошибки. Да, как красиво сказано. Мне страшно. А, пока нормально. Ладно, нормально получается. Хорошо. А, да, даже не так плохо. Та-та-та-та-та. Ко вниз гладишь, что хорошо получается. А, я пропустил. Ладно, все, я запутался, все, я проебал по максимуму. Как сложно. Спам. Мне больше всего нравится в этой песне вставки дабстепа, ё-моё. Красиво. Надо сменить скин на какой-то более безобидный, по-моему. Мне кажется, эта игра еще популярна еще поэтому, ну, естественно. 8! Сложность 8! Я умру! Буквально и фигурально. Сейчас будет самый ленивый монтаж, но это забавно. Сколько можно пропускать? Он, наверное, бесконечно. Что? Спам. Она как она успевает раниться в эту хрень? От пилу. Надо подольше как-то находиться. Блин, опять. Я реально спамлю. И вроде получается. Как это проходить нормально, я не понимаю. Это нереально. Это нереально. Пи***ц, в конце при***ц.
пропустил. Окей, сейчас это будет игра, в которую я действительно никогда ранее не играл. До этого игры были, в которые я поигрывал время от времени сам, и в принципе я их знаю, о Game 3 Dash я только о ней слышал, и слышал, что ее в принципе очень обожают, и давайте посмотрим, в чем она заключается. Самый первый уровень, наверное, будет вполне себе. Музыка меня просто расплох застала, я ее не ожидал. Там было сказано, что какая-то еще кнопка подходит, но я что-то не понимаю. А, можно просто мышкой. Во, зашибись. Я ж правша, мне мышкой реально будет проще. Ну ты... Он меня не послушал. Это не очевидно, где надо прыгать, а где нет. Я прыгну! Неужели такой долгий пинг? У меня в мозгу, я не знаю. Да, я нажимаю прыжок. Я нажал! Тут главное, как я понимаю, не врезаться в эту хрень, которая появляется. Это же... Стоп, это же была игра с птичкой такая. Как она называлась? Flappy Bird, да, точно. Ух, пипец, помню этот тренд. Кто помнит, тот старичок. А чё, можно взять другую песню? Потому что там меня расплох берет. А чё, не острое тоже больно, да? Та-та-та-та-та. Это чё, как скилл-тесты GTA? Ускорить нигде не надо? Да. Играя в эту игру, я понимаю и осознаю, что не все так просто в этой жизни. Даже если ты очень простая геометрическая фигура, тебе бывает порой очень сложно. Потому что остальные тебя не понимают. У них другие формы и другой цвет. Все темны. У всех очень темная душа. И даже если у них светится оболочка ярким белым светом, это не означает, что они могут дать что-то хорошее тебе взамен. Я жив. Нет, спасибо, я все. Мне хватило, до свидания. Спасибо, игра, ты была прикольной, но я уже полчаса в нее играю, я не прошел первый.